Привет, ребята! Хотим представить вашему вниманию вот такие вот китайские воблера трулиное для ловли форели. Это первая копия, которую мне приходится держать в руках на очень известный воблер от компании Duo под названием Toto. Когда увидел его копию за $2, а оригинал стоит около $15, мне сразу стало интересно, на что сейчас способны китайские воблера. Что могу сказать? С виду они неплохие. Крючки очень острые. Лакокрасочное покрытие лежит ровно, без бугорков и ямок. На первый взгляд сделан хорошо. Что я могу сказать об оригинале? Вот оригинал от фирмы Duo под названием Toto. Этот воблер меня часто выручал в тяжелых ситуациях, когда форель отказывалась клевать на обычные форелевые воблера. Тогда я просто ставил Toto, и мне удавалось поймать хоть одну форельку, уйти от нуля. Как вы видите, на этом воблере уже не осталось живого места. Он весь поцарапан об камни и крючками. Сейчас мы померяем, какая длина этого воблера. Итак, 42 миллиметра, так как заявлено на упаковке, тоже 42. Duo тоже 42, то есть по длине они одинаковы. Теперь мы их сважим с помощью электронных весов. Сначала проверим трулиную китайскую копию. 3,07. На упаковке написано 2,8. Есть немножко неточности. Теперь проверим оригинал. Оригинал показывает 2,8. То есть в весе копия немножко больше важит. Лопатки у них одинаковые, стоят под одним и тем же углом. Заводные петельки тоже стоят одинаково. Ну, что я могу сказать? Очень хорошая копия. Хорошо сделана. Глаза, конечно, не такие, как оригинала. Простые вот розовые глаза стоят, выпуклые. У Duo Toto глаза не такие выпуклые, но имеют зрачки хищника. Красивые здесь глаза. Есть у нас два воблера. Вот. Есть у нас два воблера вот такой вот раскраски. Здесь глаза розовые, здесь глаза желтые. Это, наверное, зависит от раскраски. Здесь розовые раскраски, чтобы глаза не сливались с фоном самого воблера, поставили желтые. Такая же расцветка есть у оригинала. Toto я видел в магазине, но такой не видел. Это что-то новое. Ну вот, мы их померили, поважили. Теперь что нам остается? Пойти на воду, побросать их, посмотреть, как они летают, какая дальность заброса, не будет ли его крутить в воздухе, потому что Toto летит как пуля, летит далеко,
при своем весе 2,8 грамма летит он замечательно. С этим будем разбираться. Ну, проверим проводку, сравним, равномерную сравним, потом на Твиче посмотрим, как они себя будут вести. Ну и главная наша цель — поймать на него форель. Дуо то-то. Радушка. Блядь.
Говорю, спускайся вниз, туда иди до неї. Ох, красава. А ты снимал? Да. Ах, красавица, попалась та штуку санкс. Сейчас мы тебя освободим. Итак, пришло время последнее тестирование на дальность заброса. Как мы уже говорили, Туто летит хорошо. Сейчас проверим, как летит его подделки. Значит, ветер почти успокоился, но еще немного есть. Бросать будем коротким спиннингом 411, то есть в сантиметрах это 1,68 м, с тестом 2,5 грамма. Этот воблер как раз в середине теста. Шнур немного толстоват для этого воблера. Sunline Super P новый, 10 лб единичка. Ну, сейчас посмотрим. Итак, мы сделали 5 забросов, в среднем он летит на 20-23 метра. Теперь ставим оригинал. И повторяем все то же самое, с того же самого места. Сделаем 5 забросов. Посмотрим. Ну что, мы сделали 5 забросов. Полетные характеристики такие же самые остались, метров от 20 до 23. Ну что можно сказать, копия летит так, как и оригинал. Если у вас возникнут вопросы по этому воблеру, пишите в комментариях, с радостью вам отвечу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, кому понравилось это видео.